Мы будем драться? Ты что, издеваешься что ли надо мной? На тебе, засранец. Фак! А, черт! Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Dark Souls, позвать боль, там все дела. Так. Я говорил, что мы пойдем в этой серии туда. На самом деле, я думаю, что это довольно дурацкая идея, потому что у нас 50 тысяч душ. Было бы неплохо их куда-нибудь влить, но... Блин! Я... Вижу небольшую романтику в том, чтобы пойти со всеми нашими душами на верную гибель. И каждый раз пытаться их забрать назад. Вот это будет, я думаю, интересно. Так, этих засранцев я бить не буду. Вот там где-то, по-моему, вот это вот все у нас... Кстати, смотрите, там стоит. Я не знал, что вот отсюда видно. Их там целая куча на самом деле. Вот там вот у нас, по-моему, последняя локация, которую мы будем уже идти, должны будем пойти в конце игры, по идее. Если я правильно помню. Черт, а откуда же было видно-то это место именно, я имею в виду, из обитель Нито? Это же с какой точки мы смотрели на это место, я не помню. Просто очень интересно отсюда посмотреть на то место. Ну там, правда, такая дырочка малюсенькая была. Так, ну что? Поехали. Так. Я почти уверен, что это довольно идиотская идея. Но, блин. Так, я понял, это, видимо, не так. Или так работает цветочек? Нет, все правильно. У нас выносливость восстанавливается просто мгновенно. Так, сразу сюда. Засранец, а чё ж ты не вышел меня встречать-то? Я не понял, ты что, сломался, что ли? Какого хрена? Эй! Мы будем драться? Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Ладно. На тебе, засранец. Фак! А, черт! Я понял! Я все! Я осознал свою ошибку, все! А! Валим! 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 Урон просто волшебный. Ёлки-палки. Ау. Раз, два. Да. Ковырять мы его будем невероятно долго такими темпами. Но это возможно. Это страшно. Это, черт говорит, долго, но это возможно. Надо было, наверное, меч проточить все-таки. Чтобы забирать, по крайней мере, чуть-чуть больше. Так, так. Хорошо. Ау! Очень. С одного удара.
Но я вот не совсем понял, он даже не дотронулся. Какого ж черта? Эта серия будет посвящена этому засранцу. Я не уйду отсюда, пока я ему тебе, пока я ему не наваляю. Нужно ориентироваться на его вздухи. Твою мать!
Есть! Есть! Засранище! Фу. В общем, как-то так. На самом деле, довольно быстро с ним справился я. Это есть какой-то только третий раз с ним сражался, или второй, третий, по-моему. Не самый сложный босс, на самом деле, я бы даже сказал, очень легкий, очень примитивный, но я его помню прекрасно. Я вспомнил его, собственно, тактику. Но под конец он определенно начал что-то подозревать. Ему это не понравилось, и он решил надрать мне задницу. Но у него все равно это не получилось. Так, я помню, что там лежит много всяких блестяшек, но чтобы их взять, нужно иметь возможность ходить по лаве, или, по крайней мере, чтобы она мало забирала. Это все как раз, кстати, демоны-тельцы. Вот это вот все. Капец, они все одноразовые, кстати говоря. Так, у нас 70 тысяч душ. Тем временем надо что-то с ними делать. Кстати, черная шитая золотая юбка. Ну-ка. Одежда ведьмы Квиланы из Изолита. Матери пиромантии и дочери хаоса. Она носила эту шитую золотом черную юбку еще до начала эры огня. Обеспечивает надежную защиту от огня, ядов и других опасностей. Вот в этом, наверное, нужно прыгать за... Выглядит, кстати, офигенно. Вот в этом надо прыгать, наверное, за ништяками в лаве. Надо... Ой, будет. Так, ну, на самом деле, я, наверное, сейчас пойду вот туда вниз, позачищаю все вот этих засранцев, потому что они, в принципе, одноразовые, если им их побить, то можно еще душ получить. Потом как вкачаемся, у нас сейчас 35 уровень, если все это вольем, у нас будет минимум, наверное, 50-й. Хотя нам еще надо... Так, что такое? А, хорошо. Хотя нам надо еще проточиться. Тоже душ стоит. Так, вы же не будете меня атаковать? Вот эти, что вы хотели. Вот эти могут атаковать. Ну да. Так, предлагаю посидеть у костра. Взять... У нас нету стрел, чтобы их выманывать. Вот это хреново на самом деле. И я еще не помню, если я умру в огне, где будут лежать мои души после этого. Где-то возле огня или прямо в огне я останусь лежать. Потому что если там останусь лежать, представляете, как это будет обидно. 70 тысяч душ... Лежащие просто в огне. Я просто хочу забрать все, что там лежит. Так. Вдруг там от босса осталось что-то, а я сейчас куда-то убегу, и оно исчезнет. Будет обидно. Хотя от боссов уже ничего больше не остается, да? Их... Все, что у них есть, все сразу дают. Урон маленький был. Вот что-что, а урон маленький. Довольно хреново на самом деле. Я уже который раз говорю, что надо прокачать свой меч, блин. Надо прокачать и не прокачиваю. Шляюсь здесь не пойми где. Так. Первый у нас будет демон Капра. Не знаю почему, вот хочу навалять ему. И забрать вот это. Ради души гордого рыцаря, блин. Сейчас могу и огрести.
Оху-ху-ху. Да, огрести могу. Запросто. Но не огребу, я надеюсь. На этот раз у нас с ним честный поединок. Без всяких его собак. И я не в заднице сижу, которую он достать не может. Ау, зараза. Нравится? Твою ж мать. Собака. Чувствую, будет больно. На самом деле, зря я сюда иду. Ёлки-палки, это не имеет смысла. Это просто элементарно не имеет никакого смысла. Гораздо правильнее и логичнее с моей стороны будет забрать души, свалить к чертям собачьим с этого места. Уже прокачаться, проточиться и прийти сюда только тогда, когда нам уже нужно будет, а не сейчас. На кой черт я сюда вообще иду сейчас? Я не знаю. И все равно иду. Но иду я, потому что там души уже лежат. Души-то я заберу. Знаете, я, наверное, все равно наваляю там капри, потому что, честное слово, я не могу не отомстить за себя сейчас. Я должен, черт возьми, его наказать за то, что он убил сейчас меня. Иди сюда, чтоб тебя. Скинуть его туда. Можно, интересно? Офигеть. Сейчас мне, по-моему, сильно повезло. Ого, я смог его застанить. О, кажется, можно скинуть, если он еще раз так сделал. Лает. Окей. Только что вспомнил, что у нас еще сип, кстати, есть. Я о нем совсем забыл. Нет, нет, нет. Зараза такая. Давайте мы хотя бы, если подыхать, то хотя бы там, где можно душу спокойно забрать. Проще всего, чтобы он вообще не... Да что ж я делаю-то? Ну почему я не уворачиваюсь? Да твою ж мать, как ты меня бесишь-то? Проще в блок ловить. Проще ловить в блок, чем уворачиваться сейчас, мне кажется. Хотя... Капец, он... Он гнуснее, чем этот странный великан. Черт! Отвали от меня! Вот, сейчас бы лук бы не помешал бы. Со стрелами. Желательно. Давайте спровоцируем его на прыжок.
Охереть. Ой, да нет. Нет, это можно сделать запросто, потому что если бы я так сильно не фейлил, то можно ему и навалять, но я не хочу. В данном случае романтики я в этом никакой не вижу. Если я видел романтику в том, чтобы навалять тому засранцу здоровенному, то тому, кому я уже ранее наваливал и встретился с ним в аду, не хочу. Лучше потом, когда у нас будет новая броня, новый меч, все как положено, придем и надерем ему задницу. И вот тем всем семерым тоже. Или сколько их там. А пока что забираем души и валим всю чертой матери. Валить, правда, отсюда довольно долго придется, мне кажется. Кстати, да, мы же ж... Это вот. Стукнули во второй колокол. Значит, нам нужно... вернуться к основному костру. Потому что там... кое-что должно было произойти, я помню. А, ну да, точно. Так, ну, я бы на самом деле бы вырезал бы, то есть сделал бы монтажик с момента до того, как я отсюда... С этого момента до момента, как я выбираюсь отсюда, но... Выбрался, точнее, отсюда, но... Учитывая, что выбираться я планирую через место, которое мы с вами не видели, то монтажик не канает. Ну, тем не менее, давайте-ка мы через секунду встретимся вместе. Как она там называлась? Ну, в общем, возле того колеса водяного. Хотя там, блин, даже воды нету. Ладно, сейчас увидимся с вами. Все, давайте. Так. Вот мы и здесь. Я ошибся, это ни хрена не водяное колесо. И близко не оно, но... Да ладно. Кого это волнует, да? Пойдемте дальше. Кстати, обратил внимание, что наш, собственно, персонаж... Ну, вообще, в принципе, персонаж Dark Souls ни хрена не косолапый. Имеется в виду, что когда он бегает, вы видели, да, что у него такое ощущение, вроде бы... Ноги! Охереть. Что у него ноги словно немножко подкошенные, когда он бегает. Это все потому, что доспехи, охереть, какие тяжелые. Из-за этого у него подкашиваются ноги. Потому что сейчас, вот если убежать, то он бегает абсолютно ровно и хорошо. И ноги у него не в раскоряку. Если на него одеть более тяжелые доспехи, то у него все, у него ноги начинают ломаться. Я просто раньше об этом не думал. А вот сейчас, пока бегал, подумал. Так, зря это начал делать здесь. Да что ж такое-то? Ты еще упади, блин. Очень тяжко без стрел, конечно. Ну как, не так, чтобы прямо охереть как тяжко, но... Можно было бы сделать дел больше. Что ж такое? Больше сделать дел можно было бы со стрелами. Слушайте, у нас меч вроде бы забрал 70, да? Или мне кажется? Потому что сейчас он забирает 69, и мне кажется, что что-то не так. Я, конечно, могу ошибаться, но... Летит. Mm-hmm.
Здесь мы не были. Может быть, это тот самый щит будет, а? Нет, это не он. Это что-то довольно клевое. Ух ты ж, ёлки-палки, что это? Ага, ладно, ничего страшного. Все привычно! Дурак, что ж ты делаешь-то? А, господи, боже мой, ладно. Черт с тобой. Как говорится. Так, давайте-ка мы... человеком станем. Не знаю зачем. Но мне как-то им поприятнее быть. Такое ощущение, вроде бы он сильнее, когда человек. Это бред, конечно, но... чисто психологическое. Что? Так, пожалуйста, не ломайся, я тебя прошу. Я понял. Я все понял, хорошо. Знаете что, давайте мы тогда на этой сломанной ноте закончим эту серию, раз уж так. Я надеюсь, что когда я починю игру, собственно, перезаходом, мои души не пропадут. Окей, ладно. Я надеюсь, вам понравилось. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, удачи!